Урачысты митинг, присвеченный 75-й годовине вызволения Гомеля от фашистских захопников, прошел сегодня на мемориальном комплексе «Аллея героев». Больше как 800 дней Гомель находился у оккупации. Он стал первым областным центром Беларуси, вызволенным войсками Червоной армии. После отступления ворога город застался у руинах. Город был страшно разрушен. Наверное, об этом вы все знаете. Я когда приехала сюда в город жить в 60-м году, была приятно удивлена, потому что город был уже восстановлен полностью. И с 60-го года началось уже строительство дальше. В 61-м году пустили первый троллейбус, единицу я была свидетелем, и пустили в город Гомель газ, зажигали факел на нашей площади Ленина. На митинг пришли жихары областного центра, былые партизаны, подпольщики, ветераны войны, представники улады и працоўных коллективов, воинских подразделений, навучальных установ и громадских организаций. Яны усклали вянки и кветки до мемориалу и отдали данину поваги, мужности и стойкости людей, якія воевали за свободу и независимость нашей родимы.